Во время чрезвычайного положения дезинфекция помещений проводится и в здании телерадиокомплекса. Бахтияр Арынгазин расскажет, что предпринимается для обеспечения безопасности представителей СМИ. Общая площадь обработки составляет более 4500 квадратных метров. Задача дезинфекторов – обойти все 22 этажа. Работают они круглосуточно, ведь ежедневно Казмедиа-центр посещают более 3000 человек. На входе проверяет всех. Хорошо. На входе нас встречают сотрудники полиции. Это режимный объект, поэтому, Рахмет, кто угодно сюда не попадет. Далее нас проверяют на наличие высокой температуры лазерным термометром. Ну и, конечно же, в конце не забываем обработать руки антисептиком. Все правила безопасности соблюдены. Можно продолжать. Поехали. Работники государственных и коммерческих служб ушли в отпуск без задержания или работают дистанционно. И только сотрудники полиции, медики и журналисты работают в усиленном режиме. По всему зданию на этажах развешаны вот такие вот таблички. На них указаны правила поведения во время карантина. Рукопожатия запрещены, поэтому здороваемся мы иначе. Салам, как дела? Держи коронавирус. Ну, можно еще локтями, но это не столь безопасно. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работают сотрудники канала «Хабар-24». Ежечасно они выходят в прямой эфир со всех уголков страны и максимально оперативно выдают достоверную информацию. А во время карантина в столичную редакцию стянуты дополнительные силы в лице региональных журналистов. Хорошо, нормально работаем, работы много. Много работы? Да. Что успела за сегодня сделать? Прямой, и сейчас сделаю сложку. Кынакишия на талапкирал на бар. Он дава жағдайды барлап қайттық. Вирус жұқтырып аурамыз деп, ондай уайымға салым жатқан ешкім жоқ. Олардың бар уайымы үйге су кіріп кете ме, ертең күні қалай күн көреміз деп жатқан. На работе, допустим, паники никакой. Все работают в штатном режиме. Ну, я бы даже сказал, не то, что в штатном, немного в авральном режиме. Но, тем не менее, никакой коронавирус не помешает нам жить дальше. Сейчас прям очень сильно некогда, в 2 часа выпуск. Это только один из рабочих дней журналистов во время чрезвычайного положения в стране. Никто не думает об отдыхе. В полночь мы самые первые расскажем зрителю о начале карантина в столице и Алматы. Бахтияр Арынгазин, Жаксылык Кырыкпаев, Хабар 24.